вот этим вот замечательным, пускай немного ворчливым человеком. Вот этим вот. Мы ползем в место, которое потрясающе называется. Хорошо, забыл. Ящик Пандоры. Ящик Пандоры, господа. Ну ладно, нам еще ползти. Так что. Ну дай. Ну полезли тогда с фонариком. Вообще прям большая. Ничего себе. Мне нравится. Я думаю, как будто оборудование. Да, я тоже. О, а чё, куда я уходит-то? Вон, как все интересно. Кого, где? Вон вход, еще. Где? За бревном. За бревном? Ух ты, бля, ни хрена себе. А там чё внизу? Там ничего. А, там тупик? Да. Там катушка 35 метров. В смысле, чё? Ну, вот такая наклонная, потом через метров 15 перетекали. Там не пройти, короче, да? Ну, без веревок нет. Ах ты, бля. Ну, вот здесь. Ну, ладно, хотя бы. Называют так называемый пылесос, но тут все равно надо лазить без каски опасновато. Ну, чуть-чуть можно, да, спуститься? Ну, вообще опасно. Ладно, опасность наша, все. Ну, вот там еще двое человек, поэтому. Ты пойдешь туда вниз? Я посмотрю, я до разумного уровня спущусь. Ну, знаешь, ты и разумность, я тебе скажу, это несовместимая вещь. Хотя я тебя знаю. А? Что там? Ну, вниз уходит. Ебой, тут дует. Что там? Нет, да? Короче, вниз вот так вот идет тоннель. И, ну, то есть есть выступы, за которые можно цепляться. Ну, это опасно, короче, да? Там вспуск, тем более, все, да? Да. Сейчас вылазят оттуда. Короче, веревку надо было. Да. Насколько это возможно? Видите, мы без оборудования, без... Вниз никак, да? Ну, видимо, с веревками вышли. А ходили только в первый год с Медигорьей. Там круто наклонная катушка. И зацепиться не за что, в принципе. И снаряды нужно жумары хотели. С беседками. Ну, для подъема, для спуска. Для решетки. Выливать смотрите, там сильно. Не, ну веревки как минимум. Хотя бы, если умеете ходить, хотя бы один конец. На метров. У нас 40 метров было. Но мы еще и на станцию использовали. Так что вот. Ух ты. Да. Раскатали входную катуху вообще. Предельно. Не, ну если они до станции, то там, конечно, тоже не... Не, ну если есть снаряды, но они, говорит, экипированы. Если до станции, то вот вы делали, только там. Ну, так и... Там все равно грязно летит. Там же надо знать, где станция, так уйдешь вниз. Вот. То есть, ребят, лучше не рисковать. Вообще, вы не читали историю? Последнюю историю этих? Мы о нем вот узнали, наверное, минуты две с половиной назад. Но просто тупо. Мы раньше, ну мы-то здесь вообще у истоков этой пещеры, мы участвовали, у ее открытия были. Для нас вот эта спусковая была, мы без веревок ходили. И когда мы посмотрели, что там нулевой случай на этой катушке, мы вообще в шок впали. А оказывается, вот просто тупо мужик завис. То есть он не тренирован, ничего, просто на обвязке был на грудной, он задохнулся. Ну там действительно, там как бы
Если не умеешь ходить, он так вот так завис, видать, и задохнулся, пока девчонка бегала за помощью. Вот и все. То есть, как бы, не шутки, конечно. Мы тебе тоже поняли, что даже здесь уже нулевые случаи. Что там, ладно, про вниз говори, там, в 13 были нулевые случаи. Ну, а здесь-то вообще, конечно. Короче, надо через годика-два сюда приехать. Тут в любом там откроют. Ну, она, видишь, осторожней. В общем, без профессионального оборудования туда нет смысла вообще суваться, и далеко вы не пройдете, зайдете только вот в самую первую залу, там можете посмотреть, насколько это все большая пещера и как дует снизу. А у нас из профессионального оборудования только телефон. Наш профессиональный авантюризм. И все. Смотрит, смотрит на нас, смотри. Нам помахали? Не знаю, нет, наверное. Или да. Поэтому. Поэтому вот так вот. Нам, по-моему, помахали. Помахали, смотри. Кушали, смотри.